компания Берта и Андрей Татарек, бронзовые призеры последнего чемпионата Европы. Долго шли они так, взбирались они на гору к этому результату. 11-й год были пятыми на европейском чемпионате, в 12-м году четвертыми. И вот в этом году наконец-то взобрались на пьедестал, стали бронзовыми призерами. Они выступили не самым лучшим образом, заняли лишь пятое место. Да, случайно аплодировали трибуны, конечно, очень интересная поддержка была исполнена итальянцами. Отличный выбор тройной Ридбергер. Великолепное выступление итальянцев. Замечательно справились они со своей короткой программой, в отличие от турнира недельной давности в США. Сами, по-моему, даже не верят, что все у них так здорово получилось. Ну, не к чему просто придраться. И с прекрасным настроением все это было исполнено. И самое главное, технически безупречно. Необычайно сложная поддержка в исполнении этой пары. В общем, как говорится, не к чему придраться. Их личный результат, личный рекорд в короткой программе 64-28. Я думаю, что сейчас они должны этот рекорд превысить. Побить свое собственное рекордное достижение. Но пока все, все оправдывается, все прогнозы, потому что главными фаворитами в спортивных парах здесь в Канаде назывались Меган Дюамель и Эрик Редфорд. И предполагалось, что реально с ними конкурировать могут две пары. Это китайцы, Лин Цзиньсуй и Конхань, и итальянцы Стефания Бертон и Андрей Татарек. Так,
и есть. Но единственное исключение, что пока еще выступление Джамели Редфорда мы с вами не видели. Но увидим уже очень-очень скоро, потому что сейчас они будут завершать короткую программу спортивных пар. И, не знаю. Пока, в общем, никто Меган и Эрику первое место в короткой программе не гарантировал. Надо его завоевывать. Был четко исполненный параллельный тройной тулуп. Но... Вот за Тодес им, кстати, дали четвертый уровень. Это тоже очень серьезное достижение. Да, вот это сложнейшая, замечательно исполненная поддержка. Да, недовольны, потому что понимают, что выступили очень здорово. Могут сейчас только жалеть, что на этапе в США были пятыми, практически лишили себя шансов. Да, они вышли вперед, опередили не намного, но опередили китайцев и установили свой личный рекорд. 69,38 балла. Стефания и Андрей.